Триває ранковий еспресо. Нас сьогодні в гостях дівчата Денис Любімов, співак. Вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Денис, розпочну. Давайте розпочнемо спочатку. Творчий шлях, як ваш розпочався? Музична школа. Чому вирішили співати? Бо знаю, ви ти, можна ти? Так, да, звісно. Наоборот, настаиваю. Хорошо. Акторською кар'єрою. Все началось давным-давно в школе, но я никогда не ставил себе цель стать певцом в будущем. Просто как-то так получилось, что решил петь, и это все началось то с конкурса. То есть ты прокинулся зранку, потягнулся, сказал, хочу спевать. Это был очередной какой-то школьный конкурс, там, где надо было петь, и вот я пошел петь, потом выступил на Майдане Незалежності. О, класс, так сразу после школы и на Майдан. Да, там победил в конкурсе, и думаю, а что мне не стать вот певцом. Просто были до этого мысли стать актером, но все-таки вот... А публика классно восприняла твой выступ? Обсматривая сейчас мое выступление, я был удивлен, как меня публика вообще воспринимала, да. Но вроде было все хорошо. Ты самокритичный. Взагалі критикуешь себя, передивляешься свои выступы, бачишь какие-то недолики? Я стараюсь, я знаю, что надо отсмотреть свои выступления, но мне всегда очень стыдно их смотреть, потому что мне кажется, что это безумно плохо получилось. До речи, це риса, яка, притаманно людям талановитим, тому що талановитій людині дуже, дуже складно себе оцінювати, добре оцінювати, я маю на увазі. Завжди знайдуться якісь недоліки. Ти дивишся і кожен раз думаєш, не так, не тут, не це. Це правда. Найкраще було мені, коли мене знімали, я пам'ятаю, просто в ефірі, коли спав, там я краще все і вийшло. Там у мене не було взагалі ніяких претензій до себе. А ти зараз займаєшся ще і акторською. Ти поступив до університету, так? Вступив? Я зараз учусь в університеті, який іменно зв'язаний з вокалом. У мене були плани поїхати в Москву вчитися на актера дальше. Там я собирался поступать в ГИТИС или в ГИК. Как-то не знаю. У меня просто сейчас в Украине, в родном Киеве много работы. Поэтому как-то с этим пока еще повременить надо. Есть какие-то заочные там в них, певно, наборы? Я ходил на всякие курсы там актерского мастерства. Естественно, у меня есть хороший преподаватель, с которым до сих пор занимаюсь. И как бы мне этого хватает. Какую роль хотел бы сыграть такую колоссальную? Хлопчика чи, можливо, мужнього чоловіка, чи що ти героя коханця? Мені дуже подобається спектакль «Моя прекрасна леді». Я, кстати, завжди путаю «Моя прекрасна няня». Один раз так і сказав, мені дуже подобається спектакль «Моя прекрасна няня». Чудовий спектакль. Да. І я там, виходить, грав, не пам'ятаю повністю ім'я, як раз того самого професора, який преподавав девушке этой, моей прекрасной леди. Мне нравятся вот такие роли, но еще я очень люблю роль капитана Крюка из Питера Пэна. Это дуже цікаво. Только потому, что мне надевали крюк, наверное. Я чувствовал себя как-то профессионально, что ли, человек с крюком. Фабрика зірок, в якій ти приймав участь, що вона тобі дала? Якесь підґрунтя дала, таке більш професійне. Ні, ребят, я не знаю, що вона там взагалі робила, що вона мені дала, я прийшов, ушел как-то. Ні, естественно, фабрика – це прекрасна школа, яка за маленький промежуток времени показує тобі повністю все, що є в шоу-бізнесі. Максимум розкриває. Да, і этот же нужный період преодолеть за очень короткий промежуток времени, да. И, я никогда в жизни вот так у меня не было, что мы там встаем стабильно в 8 утра, у нас там хореография, йога, фитнес, и вот так вот до самого вечера полностью забитый день. У нас был один буквально час, когда мы могли поспать, и то нас гоняли, потому что днем было категорически запрещено спать. А почему, так никто и не сказал. Это была прекрасная школа. Чи не виникало думок, що це якийсь, можливо, такий трохи конвейерний тип? Тобто вас, як солдатів, муштрують. Тобто взагалі талант повинен розкриватися там панаїтію. Поступово. Так, натхнення там ввечері або зранку прийшло, ти собі там каву випив, о, класно, написав пісеньку там. Ще щось. А тут такий трохи конвейерний тип, не знаю, якось так не здається. Это
Как раз вот именно то, что это так вот конвейерно и очень быстро, оно, ну вот все... Заряжает. Все, оно, да, и заряжает, и все как раз дети, как нас называли, которые были на фабрике, мы сразу там повзрослели. И в моральном плане, и вот по поводу работы, и вот всего. Мы как-то так повзрослели, потому что все было быстро, надо было принимать решения очень быстро. Вот не было времени на промедление. Как бы, показать свой талант дуже швидко, раскрытость дуже швидко. Буквально за одну неделю вот, подготовить номер, который должен быть вот таким бомбезным, прям как у других артистов, которые готовятся к своим концертам достаточно длинный период, это, конечно, было очень тяжело, но, как говорится, того это стоило. Ну, дійсно, реально виступи були всі професійні. Тобто якісь, можливо, там краще, якісь трошки там недопрацьовані, але професійний рівень був реально у всіх там. Це точно. Ну, единственное, что еще больше всего радовало, это выступать вместе со звездами. Потому что они как-то помогали. Вот помню, даже у меня было выступление с Лаймой Вайкули. Это было для меня самое бомбезное выступление. Это был самый первый концерт, после которого мы как раз и поставили в номинацию. Хотя все говорили, что выступила лучше всех. Ну, вот она была страшно, это же была легенда. Ну, мне изначально было страшно, но когда она сама ко мне подошла и начала говорить там, молодец, все хорошо, там поешь эту партию. Плюс был такой смешной случай, что нам на фабрике звезд запрещали курить, вот, а я в своем номере должен был вот так вот пафосно, можно так сказать, курить сигару в конце номера, когда Лайма Вайкули отшила меня. Вот, и вот она говорила, вот видишь, і покуриш ще й на сцені. Тепер ти можеш казати, мене відшила сама Лайма да. Вайкулі. Так, так. Да. Давай перейдемо, у тебе є подаруночки. Так, да, абсолютно вірно. До наших глядачів. Так, да, 22 июня вот, буде прекрасний благотворительний концерт, в якому буде приймати участие много разных хороших артистів. Андрей Кіше, Денис Прекрасно. Любимов, например, Прекрасно. Тот же. Денис Любимов, да? Влад Дарвин и Алеша. Вот очень хороший концерт, он будет проходить в одном прекрасном месте. Вот. И, естественно, просто так отдавать билеты треба нельзя. Треба постараться, все правильно. Глядачам треба трошки постараться, буквально Питание. Трошечку. Да. И мой вопрос будет очень простым для некоторых людей, для некоторых людей и не очень простым. И вопрос заключается в том, какую песню написал я сам за весь промежуток, начиная с фабрики до сегодняшнего дня. А я, здається, знаю. Ну, ладно, зачем тебе розігрувати, а не твої. Ні-ні-ні. Ми ці квіточки віддамо нашим глядачам, які дадуть правильну відповідь на це питання у Фейсбуці. В мережі Фейсбук. Так, не забудьте. Денис, ми вам дякуємо. Я вам очень благодарен. Спасибо, что пригласили. Тобі бажаємо величезних залів, нових концертів, нових пісень, альбомів. Еммі, Греммі, ну і далі, і далі, і далі. Правда, дуже приємно спасибо, було познайомитися. Триває ранковий еспресо на телеканалі Тоніс. І зараз слово, як завжди, Ангеліні Моняк з прогнозом погоди.